Подразделение специального назначения десантируется на парашютных системах типа «Крыло» на отдалении 15 километров от назначенного района выполнения задачи. Параллельно с подразделением спецназа на отдалении 10 километров от лагеря боевиков десантируется из вертолетов подразделение тактического воздушного десанта. Нашего плацтеатра мы можем наблюдать действия разведывательной группы и скрытое передвижение к лагерю боевиков. Здесь же мы наблюдаем, как в составе разведгруппы действуют снайперские фары. Благодаря искусной маскировке и используя рельеф местности, разведчики незаметно продвигаются к охраняемому позиционированию как на восточном, так и на южном оперативных направлениях. Артиллеристы, дали нам приказ. За слезы наших матерей, за нашу родину. Огонь! Огонь! Мы падаем в небо, несут купол. И по концовке разведчики образуют пирамиду. Слава ВДВ! Атаки, когда везде огонь, и все пылая рушится вокруг. Нам БНД поможет, десанта верный конь прикроется. Приснятся туман, и купол шлестящий по траве. Захочется собраться.